Привет, мобильные геймеры, с вами Фликер, и я продолжаю проходить Паскаль Вейджер, и сейчас я оказался на западе Хеджима. Это та самая деревня, которую я уже, в принципе, прошел, но мы тогда прогуливались по северной части. Итак, теперь я знаю, для чего вот эти колокола нужны, здесь как раз об этом пишут. То есть вы можете, позвонив в этот колокол, как бы вызвать свою карету и отправиться уже в другое какое-то место, ну или просто, может быть, сохраниться. Нажмем hold, чтобы пропустить. Вот, допустим, мы нажимаем. Вы хотите отправиться в карету? Сейчас нет. Поэтому мы будем прогуливаться дальше. Поизучаем эту часть Хеджима. Смотрите. А, нет, я думал, другая какая-то тварюга. Здесь. Во, я, кстати, себе немножечко атаку прокачал. Так, отлично, это мы забрали. Так, внизу вот я был или не был? А, ну здесь, в принципе, я был. Понятно. Просто я для вас решил показать, что мы можем выбирать еще места, куда пойти, например. Здесь я уже вроде... Ага, здесь тварь, да, у нас падает сверху. Давай-ка... Балачок подержим. А теперь завалим его нафиг. Все, завалили. Отлично. Вот для чего нам нужен этот колокол. Сейчас мы отправимся обратно. Здесь нет смысла гулять заново, потому что это было в первом и втором видео. Сейчас мы отправимся уже в следующую деревню, или я не знаю, как это назвать, следующую локацию, которую будем изучать. Итак. Я видел еще на ютубе, кто-то вообще за других персонажей играл. То есть можно за эту бабеху играть, а также за того чувака, у которого гроб такой эпичный на спине находится. И он причем этим гробом атакует. Ладно, нам нужна карта. Сейчас мы отправимся в следующую локацию. Я думаю, что локации со временем будут пополняться, когда разработчики будут выпускать обновления. Слежу за ними, кстати, в Твиттере. И вроде бы там ничего так у них дела обстоят. Хотя, возможно, все эти мнения куплены, но, в принципе, игра-то хорошая. Я в ней пока ничего плохого не вижу, кроме, наверное, вторичности. То есть она всего взяла от многих других игр. А ты что, со мной пойдешь, да? То есть мы в этот раз вдвоем, отлично. Ух, как много тварей здесь. И я смотрю, тут сразу имеется алтарь. Понятно, мы сейчас кого-то освободим. Блин, я, кстати, совсем забыл. Так, давай-ка. А, да, она реально помогает. Все кончено. Не бойся. Лорд Корьер, пожалуйста, помогите моей маме. Она мертва. Мы ничего не можем сделать. Она жива. У нас еще есть время ее спасти, типа. Где она? Мне кажется, это босс будет какой-нибудь. Адамина. Ну понятно, мы вроде как в Адамине находимся. Адамина. И такая прям эпичная. Это, слушай, это что такое вообще? Короче, кто-то ему говорит, что это не будет так легко. Ну окей. Ты здесь остаешься, да? Окей, хорошо. Сейчас мы вот здесь вот соберем все это добро. Так, это, скорее всего, открывается не здесь, да? Ну-ка. Да, это у нас с другой стороны, мне кажется, открывается. Здесь же нет ничего, да? Хотя... Какой-то гробец висит тут. Ладно. Давай-ка мы сохранимся у алтаря. И, может быть, кстати, еще и какие-нибудь способности прокачаю. Что у нас тут имеется? А у нас тут имеется. Так, плюс 10 к защите будет давать. А это у нас стамина плюс 35. Стамина у меня не прокачана. Давайте мы ее закрафтим. Окей. Так, все замечательно. Чтобы нам ее применить, нужно, по-моему, да, сюда как раз отправиться. Все отлично. Сейчас у меня с выносливостью все будет. Зашибись. Так. Осмотримся давай.
какие-то камни, конечно, не все так четко на них написано. Ну да ладно, не будем придираться. Все-таки мобильное устройство. Так, у нас там никто не это не... Ах ты, собака, блин, испугал! Так, блин. А мы можем как-то вообще переключаться между персонажами? Пока, видимо, нет. Потому что я реально видел, что другие ютуберы играли за других персов. Ух ты! Ты стрелять-то будешь? Ух ты, ё! Так, давай-ка мы с этой бабулькой разберемся. Все, а вдвоем-то лучше. Лишь бы эту бабеху у меня не завалили. Так, добро, добро. О, еще одна. Отлично. Завалено. Что там? Снова кости какие-то. Блин, дайте мне за эту бабу поиграть. У нее стволец вон какой крутой есть. Так, здесь я ничего не вижу. Тут у нас врата. Куда-то. Ух ты! На! О, слушайте, это, по-моему, босс какой-то, что ли? Или, может быть, это как раз... Виола! Ух ты! Пожалуйста, не убивай ее! Вот так вот у нас, да? Эта девчуля меня подставила? Че это, она уже ее на мясо порубила, что ли? Давай, чувак, поднимайся. Нам нужно ей навалять. А че она меня даже в кандалы, не знаю, не заперла? Ух ты, ё! Ты че, скорпион? Так. Ох! Тихо! Нельзя меня бить. Бляха-муха. Тише, давай-ка мы выпьем. Давай, пей, мужик. Ах ты, собака! Да блинский, она мне сейчас так все жизни это. Да блин. Прекращай. Тише, тише, тише! Прекрати, собака взяла и завалила меня. Так, и чё? А, смотрите-ка, этот чувак мне помогает. А что произошло, если бы она меня не завалила? Вот это щитец у него. Блин, у него руки, по-моему, нету, да? Исчезла собака. И я сейчас за него буду играть, что ли? Кто ты такой? Че ты хочешь? Как и ты, я, короче, занимаюсь тем же, мужик. Какого черта ты здесь делаешь? Following the clues of the Colossal's plague, the Holy Father predicted that a vicious red-haired witch will lead Adamina to its destruction. Короче, я типа ищу ту же рыжую ведьму. Are you saying that the Colossal's plague is related to the red-haired witch? I don't have sufficient evidence yet, but Adam's... Ну смотрите-ка, они здесь со звуком заморочились, то есть... Складывается ощущение, что да, он реально в маске, и звук такой, как будто он в маску говорит. Вот. Ничего не понял, конечно. Что-то про учеников. Блин, так интересно. Просто огонь. Почему? Constant migration and harsh environments make the disciples of Edmina sterile and put them on the verge of extinction. They seek to continue their bloodline with the power of the Sendrils. Замечательно просто, короче, все великолепно, о чем они разговаривают. Буду потом, наверное, переводить.
The Holy Father. That's what the disciples call him. Батя Холи какой-то, так его звали ученики. Что-то в этом роде. The Holy Father. Is he also a disciple of Edamina? Several years ago he wandered to Edamina. He was a stranger just like you. Он такой же сральник, как и ты. With the help of the Sindrals, he came to be known as the Holy Father. How ironic. Как иронично. This miracle has had a strange side effect. It's resulted in a massive increase in male mortality. But this outcome is not necessarily bad for the Holy Father. Блин, добавьте русский язык уже, а? Yes, but unfortunately, я буду твоим компаньоном. Как только мы найдем Холи Фазера, надерем ему задницу. Чтобы он вернул нам русский язык в этот великолепный шедевр игровой. Ладно, мужики, мне, конечно, все это классно, о чем вы тут общаетесь. Итак, Switch Ross, вы можете поменять роли, то есть как раз персонажи. Вот до чего надо было дойти, чтобы сменить роль. Итак, два персонажа могут сражаться вместе. Нажмите на портрет, который находится сверху, и вы сможете сменить персонажа. Ну-ка, давай, допустим. Хоба. А, вот так, отлично. Сейчас я вот этим погоняю. Что у тебя, чувак, есть? Ага, у ворот. Ага, это тяжелая атака. Давай обычную. Раз, два, три, четыре. Нет, три, короче, удара. И блок. Понятно? Давай осмотримся, что у этой страшной ведьмы тут есть, а? Ну, жизни, по крайней мере, у этого перца полные. Давай прогуляемся. Так. Пустота, вообще ничего нету. Пока что, пока что. Ага. Короче, Норвуд не такой крутой в атаке, но хорош в защите. Следующая страница у нас. Еще там было написано о том, что удержание легкой атаки, то есть кнопки, заряжает его. Чем заряжает, непонятно. Короче, атакует он только вот своим этим здоровым гробом. Нужно найти Виолу. Эта бабёха нам нужна. Так. А, подожди. Ух ты, ё! Слушайте, а он хорош в атаке. Но собака медленный. Отлично, завален. Нам нужно найти алтарь, чтобы сохраниться. Так, я вижу... Сундучелло. Ох ты, нифига себе, блин. Ох ты, собака, блин. Ты бабуля. Ах, нифига себе. Давай-ка мы ее накостыляем. Отлично, ну что-то ему тяжко вообще. Но все равно к этому засранцу надо будет привыкать. Что там у тебя? Какой-то камень. Давай жизнь-ка пополни, мужик. И давай мы все-таки сменим персонажа этим, пока я не привык играть. Нужно будет как-нибудь потренироваться уже не на видео. Так, что ты тут берегла? Адамина вид какой-то. Так, я вижу алтарь, но это в самом начале, который я активировал. Погнали дальше. Мне нужен еще алтарь, у которого я сохранюсь. И... Давай, иди ко мне. Тварюга. Отлично. Снова кости мы получили. А где у нас, кстати, какие-нибудь торговцы? Что-то я торговцев здесь не наблюдаю. Или здесь настолько страшно, что торговцы... Ты слышишь? Опа! А чё у вас как много тут появилось, а?
Давай, иди ко мне. Ах, блин, ты зачем отключился-то, а? Вот да, с управлением здесь реально нужно привыкать, потому что иногда тяжеловато, особенно когда несколько... Ох ты! Все, завалено. Вовремя нужно, конечно, тут срабатывать. Так, там никакая тварь на меня не слезет. Так, я смотрю, здесь можно опустить вот эту лестницу зачем-то. Так, подожди, давай все-таки осмотримся. Может быть, здесь где-то есть рычаг. Но нет, скорее всего, рычаг наверху находится. Окей, давай. Тихо. Что-то, мне кажется, сейчас произойдет здесь, да? Ух ты! Давай, давай. Тихо. Ух ты! Тише, тише! Нифига себе! Давай, давай. Тихо, тихо, тихо. Да офигеть, блин, она меня режет. Все, завалено. Собака какая, а? Все, жизни можно пополнить, отлично. Спряталась здесь за углом. Так, что это у нас, дверка какая-то? Ты не сможешь с этой стороны открыть эту дверь. Хорошо. Ах, это вот девочка опять, да? Lord Courier, are you alive? Вы живы, лорд Курьер? Я думала, что вы умерли. I can only see my mom when you're dead. Where's Elmer? Where's she? Короче, мне кажется, это другая девочка. Tell me what happened, and don't... Давай объясняй, что здесь произошло. Holy Father told me that as long as I bring strangers to Edamina and finish the hunting. Я смогу увидеть свою маму снова. Короче, Holy Father какой-то. Я хочу лишь забрать свою маму. Holy Father ordered us to catch everyone that passes by Edamina. I knew it wasn't right. And at first no one was willing to do it, but gradually we got used to it, and now no one opposes it. Короче, мы должны этого Holy Father остановить. Это Holy Father тебя тут закрыл, да? It was Elmer in Edamina. She was the closest to me besides my mom. Elmer locked me here to protect me from danger. Типа меня заперли здесь, чтобы я на неприятности не нарвалась. Расскажи, где найти Holy Father. Конечно, я тебе расскажу, лорд Курьер. Найди Эльмора и поговори с ней. Скажи, что я очень волнуюсь за свою маму. Но будь осторожен. Она немножко долбанутая просто. И не обижайте ее. Вот и поговорили. Так, подожди, у нас здесь где-то есть... Подожди. Вот твари там всякие. Хорошо, ладно, мы, короче, давайте заберемся сюда. Я бы, знаешь, вот туда пошел, потому что... Хопа! Вот она. Как попасть? Ух ты! Иди, знаешь, куда, в баню. Отлично. Вот в этот раз у меня все хорошо получилось. Все. Блин, вся выносливость закончилась аж. Так, а что здесь ты берегла так, а? Active Sendril. Что-то они там про Sendril сговорили. Так, тут у нас что? Письмо матери. Где мы можем его почитать? Ага. Ух ты. Еще к выносливости.
Зашибись. Отлично, ладно. Давай откроем эту дверку. Я открыватель дверей. Все, возвращаемся туда, и сейчас с этими ведьмами поборемся. Давай, давай, мужик, поднимайся. Блин, конечно, мне надо найти алтарь. Срочняк, прям найти алтарь. Ну давай сначала туда прогуляемся, так и быть. Да ёперный театр, а! Вот надо было мне падать-то, обойти я не мог. Аккуратней, блин. Так, все. Не пропустить вот этот момент. Давай. Я думаю, я тебя сразу завалю. Отлично. Завалено. Блин, жизни она собака не дала. Вообще не чуть-чуть. О, алтарь. Я вижу алтарь. Отлично. Еще какой-то дневник нашел я. Замечательно. Ща мы здесь прокачаемся, я думаю. И заодно сохранюсь. Давай рест сначала сделаем. На алтарях, короче, у нас пополняются эликсиры жизни и полностью жизнь восстанавливается. Давай алтарь еще раз выберем и посмотрим, что здесь можно приобрести. Материнскую любовь можно приобрести, закрафтить. Но, честно говоря, я бы не хотел вот это вот крафтить, оно мне не нужно. Так, что у нас здесь имеется? Это, наверное, так, добавить. Нет. Пока с этим я не буду ничего делать. О! Ты что здесь? Обновилась, да, подруга? Забираем. Сейчас главное не упасть. Не-не-не, я вниз не пойду. После каждого сохранения, короче, у нас все враги восстанавливаются. Ну, можно, по сути, еще разок пройтись и посражаться с ними. Слышь, бабуль, что ты там? Что ты там несешь? Ну-ка. О, собака, смотрите-ка, она отравляет. Тихо. Ну, ну, чё? Будешь, не? На, я могу. Отлично, вот красота. Комбинировать надо всего лишь. Ну, мы сохранились, в принципе. Все сейчас замечательно сверху, да? Блин, у меня нету ножей, извини, подруга. Можешь кидаться. Все. Одно комбо проводишь, и все нормально. Ух ты. Тихо, тихо. А, вон кто у нас тут. Не, я тебе не позволю себя бить. Так, отлично. Там вот еще кто-то был. Что это такое? Коляска чья-то. Такс. Ну, прогуляемся, допустим. О! Привет. А там и Басецкий. Да нафиг иди. Не-не-не, я с боссом не хочу и с тобой одновременно фигачить. Пойду-ка я до той бабули дойду. Ну-ка. Не идет она за мной? Вроде нет. Блин, в этот раз босс у нас с какими-то этими... А, это у нас, скорее всего, торговец, да? Лорд Корья, я помогу матери, чтобы что-то... Боль, after all. Чего базарит? Чё ты старая, а? Плач, боль, место ньюборного рождения, мать в Адамина. Нужно выжить, короче. Что за запах? Чтобы ты меньше боли получал, короче, ты можешь купить у меня зелье, и я тебя накормлю. Давай, примем.
Я могу попробовать. Большое спасибо. И чё? Адамина херб. Так, а тут у нас что такое? Ага, здесь что-то лежит. Ну мы, короче, что-то взяли у нее. Может быть, даже, кстати, задание. Так, во, сюда лучше прогуляемся, вот с ней сразимся. Ух ты! Ух ты, тварь, блин. Тише, тише, мужик. Давай, нафиг, нафиг. Их тут двое. Собака, блин, завалил. А, смотрите-ка. Если его заваливают, у нас другой челик. Ух ты, ё... Подожди, это что за тварь такая здоровая стала? На-ка тебе. Офигеть, блин. Она... Ее здесь не было. О! Обалдеть, блин. Слышь ты. Тихо. Давай-ка мы жизни пополним. Ну, ага. Чё, никак, да? Да на те, вратец прям. Еще надо жизни пополнить. Давай, завалим ее. Давай, серьезной атакой. Отлично. Ох, жестко. И все? Всего лишь кости я получил. Блин, это грустно. Это мало, но здесь есть ящик. Давай откроем его. Че там у нас? Давай, забирай. Так, и еще что-то здесь вот лежит. Может быть, здесь, кстати, алтарь есть? Опа, опа. Ага. Давай попробуем забраться. Ему тяжко, короче. У него реально одна рука только. Давай. Смотрите-ка, он блок пробивает вообще. Красавчик. Я думал, она меня сейчас завалит уже. Но здесь нас ничего интересного не ждет. Мы просто ее завалили и все. Хотя... Нет, я бы не смог, наверное, туда отправиться. Блин, а с другой стороны она открывается. Окей, ладно. Блин, мне бы найти, конечно, еще один алтарь, но думаю, что он мне не поможет. Все окей? Мохербы. Тебе нужно больше? Я не уверен, что я хочу получать боль. Но тебя у меня нету, чувак. Скорее всего, биться я с этой бабёхой буду уже позже. Эх, всё. Сдох. Сдох наш. Красавчик, давайте повтор. Короче, добрался до этой бабёхи. Смотрите-ка, мы здесь можем спустить... Зачем-то лестницу. Ну ладно. Чё, жизни давай пополним. Ах ты, собака. Ну ладно, она завалена, все. Ах ты. Попала, да? Тихо. Тихо, да ты вообще сумасшедшая, блин. Обалдеть. Я тут выпью, ты же не против?
Собака. Ай, завалят сейчас меня. Все, блин. Ну давай, давай. Все завалено, отлично. Че, придется нам вот этим лордом-карьером воевать с этой подругой. С одной рукой придется. С одной рукой. Давай. Да? Ну-ка давай. Давай. О, смотрите-ка, у нее жизни вообще маленькие почему-то. Я думал... Давай. Давай, чувак. Назад. О, блин. Давай ножичек. Хоп. Собака. Чувак, а чё ты как медленно ходишь-то, а? Забрали. Давай подкрепись. Я думал, это босяцкий будет. А нифига подобного. Ух, он реально что-то замедлился. Чувак, а что так? А-а-а! Это скорее всего из-за того, что я вот здесь вот хожу. Блин, я дошел до алтаря. Но, блин, у меня чувак-то один остался. А другой мне интересно, возродится или нет? Что ж, буду тогда привыкать к нему. Так, что это дает? Fire S. Ну, давай. А, скрафтить я не могу, потому что мне не хватает. Окей, давай сохранимся. Если что, в следующий раз я просто заново все начну. О, красота! На алтаре у нас чувак, которого убили, возвращается. Давай. Вот так вот. Отлично. Слышь ты, иди сюда. Валим, короче, ее. Завалено, отлично. Я привыкну к этому управлению, все будет хорошо. Так, здесь у нас есть что-нибудь? Опачки. Вот для чего здесь эти кресла. Колоссус Грейв. Это ты, что ли, мама? Колоссус Грейв? The Holy Father keeps having babies to find the colossal grave. Какие-то дети? If only my daughter was here. Дочь моя здесь? It's cold. Так холодно. I should make her some new clothes. Что-то про новую одежду она базарит. Green cloak? I've seen your... Я видел твою дочку. Really? Правда? That's... Это замечательно. Great. Please tell her that her mommy misses her. Скажите, что ее мама, короче, потеряла ее и вскоре найдет, вернется. Возьмите это для нее, это ее любимая игрушка. Мама вернется. И все на этом. Так, все понятно. Надо той девчуле отнести, короче, вот этот артефакт, назовем его так. Ну, давай, у нас же здесь не просто так вот это все. На тебе, тварина. Завалено. Отлично. Что здесь у нас? Ах ты, собака! Тихо. Давай. Сюда иди. Отлично.
Все, я думаю, что я сейчас как раз к той девчуле спустился, наверное. Да что ж ты такой тугой-то, чувак? Да блин, а блок поставить вообще не судьба, что ли? Так, давай-ка мы подкрепимся немножечко. Ну чё, сражаться-то будешь, а, подруга? Ах! Тварь, а? Да ёперный театр, а ей вообще пофигу, что ли? Давай, держись! Все. Отвали, подруга. Так. Я смотрю, она тут много всего накидала. Ключ, короче, от темницы дочери. То есть нам надо будет вернуться. И я, кстати, еще взял зелье для оживления. Там, я полагаю, нас ждет босс. Давай вернемся, освободим подругу. Ну а как иначе-то? Блин, а там все монстры, скорее всего, воскресли. Пожалуй, давайте мы побьемся с боссом. По крайней мере, я постараюсь его завалить. Это место, которое прячет этого Холи Фазера. А, мне туда нельзя, короче. Скорее всего, по любасу надо сначала открыть темницу той подруги и потом уже вернуться сюда и завалить этого Холи Фазера. А, вот, смотрите, у нас есть здесь, где можно пройтись. Потому что, мне кажется, должен же быть какой-то более близкий путь к той темнице. Жутковато здесь. Так. О, эта штучка, давай мы тебе вот это дадим. Все? Нет? Блин, как много ему всего надо-то. Ну, на, косточка. Ну, у меня все, больше ничего нету, иди нафиг. Блин, я ему жизни отдал свои. Все. Ну, привет. Это ты в меня тут бросала, да, засранка? Вон, там снова восстановилась, короче-то, а мне к ней, честно говоря, идти даже не хочется. О, здесь двое. О, тихо, тихо, тихо. Одна есть. Ну иди ко мне. Блин, а я, кстати... Ух ты, ё! Тихо, подожди. Все нормально. Ща мы поднимемся, наваляем. Да нифиг. Ты чё? Я первый удар нанес. Так, лунатик какой-то. Не понял. Чувак, а чё с тобой? Ты ж мой друган. Ты чё творишь? Давай. Давай, завались. Давай, еще один удар. Отлично. Короче, опять этот режим лунатика у меня появился. И жизни начались типа отбавляться. Опять эта тварь. Не, нафиг, я к тебе не пойду. Такс.
Ну, с этим мы сейчас быстренько расправимся. Иди ко мне. Нам нужно открыть, скорее всего... Ух ты! Нифига себе, я вообще такого не ожидал. Чё за дела творятся? Отлично. Дайте мне жизнь, а? Во. Взял камушек, просто прокатился из ниоткуда. Офигеть вообще. Так, ладно. Нам, скорее всего... Блин, я вот немножко запутался. Давай, по-моему, туда надо идти. Давай, иди сюда. Ах ты, собака, блин. Зла отравила меня. Я понял, что у меня жизни сейчас будут отбавляться. Ну давай, жизни, жизни, подари мне жизни, а? Есть. Давай, пей, мужик. Надо до темницы ее добраться в любом случае. Вспомнить бы, где еще она у нас. А, по-моему, вот здесь вот вниз надо слезть сейчас. Мы сейчас слезем аккуратненько так. И откроем ее, да? Но сначала вот с этой надо. Сюда иди. Все. Тяжелой атакой мы с ней справились. Ну что ж. Давай, подруга. Вы нашли ключ. Чё, где это, блин? Жесть. То есть, не здесь мне ее надо открыть? Понятно. Знаете, я бы что сейчас сделал? Нашел бы алтарь где-нибудь. А я уже не помню, где он. Нет, он должен быть там. Поэтому мы идем сюда. Сейчас завалим вот эту подругу. Забыл опять я про эту фигню. Давай, вали. Только меня не задевай. Ах, собака ты. Все, завалено. Жизни мне нужны. Ох, жизни сейчас мои потратятся. Потратятся жизни. И я сдохну. Наверное, нет. Жизни остановились. Блин, вот надо было ведь. Смотрите под ноги, дорогие друзья. Иначе будете как я. Так, все, у меня... Нет ни единого шанса. Давай. У нее не так много жизни должно быть. Все, отлично. И, по-моему, здесь где-то должен, да, быть алтарь. Все. Сейчас мы, мужик, сохранимся, и у тебя жизни восстановятся. Так, я смотрю... О, мы можем ее, кстати, типа, скрафтить. Давай, рест, сохранимся. Завалено. Погнали, короче, искать вот эту клетку, где она там открывается у нас. Я уж забыл. Так. Эта тварь нас отравляет. Да задолбала ты уже. Отлично. Надо тяжелой атакой, короче, почаще пользоваться, и будет вообще все отлично. Так. Ну, скорее всего, нам куда-то направо надо будет идти. Давай. Тихо. Тварь, сюда иди. Блин, это еще стреляет там.
А я вот не могу с ней побороться пока что. Такс. Так, давай, мы тебе сейчас вальнем тихонечко. Давай, выносливость, восстанавливайся. Это мы заберем. Не-не-не-не-не-не-не, давай вот без вот этих штучек. Тихо. Давай, давай, вались. Так, давай жизни. Ох, как я не хотел, чтобы она перевоплощалась. Собака. Придется все тратить. Да ёперный театр. Ах, жизни закончились. Просто закончились жизни у тебя, мужик. Ух ты, нифига себе жестко ты. Все. Отлично. Завалили. Как хорошо, что у меня есть вот этот второй чувак. Ну что, мы вроде бы должны вот сюда идти, да? Нате, нате, на. Все. Завалено. Так. Короче, нашел я тут этого торговчика маленького, наконец-то, блин. Давай поторгуемся, чувак. Давай, ножи мы купим, что 10. И на этом пока все. Может быть, здесь как раз алтарь будет у нас где-нибудь, и там я смогу восполнить своей жизнью. Во, я нашел это место. Короче, где открывается оно? Давай глянем, что у нас здесь. Да, здесь надо реально локации изучать, чтобы во всем разобраться. Так. Тебе этот эликсир нужен. А, все, ты мне больше ничего не должна, да? Ах ты, собака, блин. Короче, где-то мне надо найти все-таки этот вход в темницу. Надеюсь, я иду правильно. Еще одна лестница, блин, офигеть. Жизни уже заканчиваются. Но я надеюсь, я сейчас... Опять какая-то тварь.
А, ну это не такая сильная, поэтому я думаю, ее завалю я быстро. Так, жизни есть, это замечательно. Так, давай вот сюда прогуляемся. Туда я не хочу вообще никак. Давай, вальнем мы тебя. Короче, у него атака значительно выше. Вот она, темница, наконец-то я добрался до сюда. Все, осталось только, короче, ее открыть, вызволить эту девчулю и, наверное, я не знаю, куда-то отправиться с ней. Давай, чувак. Мне бы еще алтарь здесь очень бы пригодился. Так, давай посмотрим, что у нас имеется тут. Что ты тут скрываешь? Иммундус какой-то. А это что такое? Часть какого-то дневника. Окей, давай побазарим. Теперь ты свободна. Спасибо, Адамина. Вы нашли Эльмар? Как она? Я сожалею. Она хотела атаковать нас. О, нет. Holy Father здесь, блин. Так, go to the Oracle site. Какой-то, блин. Жесть. Мне прежде чем до туда дойти, надо бы как-то мужика восстановить. Давай, давай, карабкайся, мужичара. Все у тебя получится. Отлично. Ну, мы вышли. Так, а может быть что-то у нас здесь есть имеется, а? Имеет место быть, если я отсюда упаду. Мне еще жизнь отбавится. Так, ладно. Блин, а чё? Как мало алтарей-то, блин. Подожди, эта тварь здесь закрыта. Ага, но у меня с ней не хватит просто мощи справиться. Поэтому я до нее доберусь уже вне видео и потом посмотрим, что она там скажет и какие даст мне ништякосы за ее убийство. Так. Окей, давай потихонечку сейчас. Надо добраться до алтаря. А алтарь... Подожди, подожди, подожди. Что это было здесь? Я тут пробегал, и такое ощущение, что был значок алтаря. Не понимать. It's very strange. Ладно. Сейчас, короче, мне надо добраться до одного алтаря, который, к сожалению, скрыт. Подожди, к сожалению, не скрыт, он вон там находится. Да, вот он. Ждет меня здесь, как и вот ты. Я, пожалуй, сохранюсь и восстановлю своего чувака. Давайте закрафтим, короче, себе критический шанс атаки, что ли. Чтобы побольше сносило. Так. Вспомнить бы куда. О, у меня чувак у нас восстановился. На. Нате, тварина. Нате. Нате еще. Нате. И еще один удар. Отлично. Завалено. Так. Куда я там шел-то? Сюда вроде бы, да? Или... Нет, он меня туда не пустит, короче. Мы можем, конечно, вызвать карету и свалить уже отсюда, но нет, мне это неинтересно. Мне нужно добраться до того местечка. Где она у нас там находится-то? Я уже забыл.
Блин, вот с ними, с двумя, тяжеловато. Все, завалено. И у этого чела, кстати, всего лишь 2 эликсира жизней. Так. Где-то здоровая лестница, ведущая какое-то неизвестное место. Сейчас полутаемся немножко тут. А, вот оно, точно. Я иду к тебе. Да пусть рассеется туман. И я наваляю тебе, вот. Вот он и рассеялся. Второй босяцкий. И... кто ты такой? Give me that thing. Отдай мне эту хрень. Она была слишком долго со мной. Ты не можешь так со мной поступить. Я тебе благодарна за все, что ты типа сделал. Но сейчас я... не могу тебе ее отдать. Это та рыжая ведьма, короче. Я сейчас ее буду защищать, так полагаю. Ты не даешь мне выбора. А вот и я появился. Терренс? Тереза? Дай мне объяснить. Все нормально. Терренс, берегись. Окей, сейчас мы будем, короче, смотреть, как с этим боссом справиться. Перестань звать эту бабу. У тебя Виола в опасности. Вот, смотри, что ты наделал. Ах ты, собака. Нифига себе, блин. Ага. Ух ты, тихо-тихо. А, я не могу сейчас на Терренса переключиться, если что так. К справочке. Да блин, а как с тобой биться-то? Здоровая бабёха, короче. А, у меня же ножички есть. Хоба! Не успела? Хоба! Не успела? Ах ты, блин, теперь я не успел. Не, этим челиком тяжеловато будет сражаться с ней. Ах ты, блин, это было жестко. Так, жизни, жизни восполняем. Давай, поворачивайся ко мне, подруга. Да ё-моё, я же... вроде бы... блин, у неё, конечно, жизни поболее. Давай, давай, давай. Опачки, чё это она делает? Ага, понятно. Всё. Чувак у нас умер. Давай, Терренс, ты должен сейчас возродиться. Давай. О, нет, она сейчас, короче, это... красное небо, желтая луна, и она становится сильнее. Все, режим лунатик включен. Нате. А, собака. Ух ты. Давай. Да ты чё её не валишь-то, блин? Терренс. Нате.
Давай, давай. Жизни пьем? А, я еще и горю, собака. Ух ты, блин. Жесть. Да ё-моё, не, здесь определенно надо, короче, знать все ее. О, жесть, 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 жесть. Ух ты, все. Короче, с боссом у меня пока ничего не получается, постараюсь в следующем видосе его завалить. Ну а пока на этом все, с вами был по-прежнему Фликер, всем спасибо за просмотр, ставьте большие пальцы вверх. Подписывайтесь на мой игровой канал, делитесь видео с друзьями и не забывайте оставлять комментарии. Всем пока!